Всем привет, это ЮЦА, чемпионат России. Пока не происходит ничего интересного, пилотов завозят на гору. Заявлено всего 60 участников, из них 5 женщин, 7 региональных команд. Пока готовимся к старту, еще нас ожидает брифинг. Ну а потом будет ясно, полетим мы или нет. Надеюсь, полетим недалеко. Так или иначе проходит вдоль того, с небольшими отклонениями. ТАСС-комитет поставил задачу. Задача 73,5 километра, практически прямолинейная. До открытия стартового окна 10 минут, до открытия стартового цилиндра примерно 45 минут. Готовимся и вылетаем. Я приземлился, погода сегодня ветреная, потоки смазаны. Я допустил большую ошибку, сдулся с гаглом по ветру, не взяв первую точку. Мне немножко пришлось возвращаться, потерял высоту, время. В итоге пролетел по ветру после взятия сколько смог, ну и сел на поле. Что поделать, завтра будем исправляться, ну а на сегодня все.